Всем добрый день! Приветствую вас на своем канале. И сегодня я хочу рассказать о своих покупках из магазина Fix Price. Вот такой комплект: силиконовая лопаточка, силиконовая кисточка и силиконовая ложечка. И вот эта вот лопаточка, ей удобно и размешивать тесто, и укладывать на лист, там, смазывать вот этой вот кисточкой, смазывать или противень, или вашу форму для выпечки. Очень удобная, мягкая. Ложечкой тоже также можно перемешивать, накладывать. Также я приобрела вот такую яйцерезку. Ну, не сказать, что совсем прям хорошего качества. Немножко плохо натянуты струны, но не так критично. Там внутри их можно подтянуть. Далее хочу похвастаться вот такой доской. Вот такая доска. Пластмассовая. Потом я купила две формы для выпечки силиконовые. Вот так они выглядят, одна и чуть побольше вот вторая, вот так. Одну я уже испробовала, это вот эту вот форму, которая поменьше. Очень хорошо в ней выпекался бисквитный коржик. Смазывала я дно растительным маслом и как раз вот этой вот кисточкой распределяла по дну. Все очень замечательно выпекается и ничего не прилипает. Очень понравилось. Также я купила вот такой венчик. Вот. Я приобрела вот такой вот подставочку под нос, под торт. Она из прочного стекла. И последнее, чем я хочу похвастаться, это вот этот вот зелененький коврик. Вот он такой тоненький, мягкий. Это силиконовый коврик для выпечки. Он мне очень нравится. Кстати, на AliExpress такой коврик стоит около 200 рублей. Даже есть и подороже. Его я купила за 99. Он не пахнет